Дружно и весело отметил Ивановский район свой юбилейный 90-й день рождения. Открылся праздник шествием поселений. Жители 11 территорий продемонстрировали все лучшее, что удалось создать за эти годы. Предприятия, общественные организации, учреждения культуры и спорта. Словно кусочки пазла, которые сложились в привычную картину района. Сегодня такой грандиозный праздник, 90-летие, юбилей. И, конечно, все люди, все жители Ивановского района очень старались. Старались не в плане организации, только в организации праздника, но и вообще какими-то успехами поделиться. И у нас очень много успехов. Мы уже подготовили медицинские учреждения к открытию, два в Калиновском сельском поселении. У нас наше крупнейшее предприятие «Дипос» накануне праздника открыло новую линию производственную, где будет еще 50 дополнительных рабочих мест. У нас идет благоустройство, и жители Новоталис, где мы сейчас празднуем, я думаю, это заметили, новые тротуары, ремонт дорог, детские площадки. И все это к юбилею района, еще это будет продолжаться в течение всего года. Праздник проходил на стадионе «Олимп» в Новоталицах. В первом ряду почетные жители района разных лет. У каждого за плечами своя история преданности и полной самоотдачи этому месту. Ценные воспоминания о том, как жили раньше. Я живу в деревне Никольская, это по Московской трассе. А мой дедушка приехал в район, один из первых в ту деревню, где я сейчас живу. Это было в начале 20-х годов прошлого столетия, можно сказать, 100 лет назад. Они приехали из Кохмы, построились там, семья была, хозяйство было, сельское хозяйство. Он строил, вот сейчас эта трасса, которая на Москву, в асфальтовом исполнении, а он в то время строил Каменку. Каменка, и эта дорога тоже была булыжная мостовая, и шла она тоже на Лежнево, на Москву. Сегодня Ивановский район привлекателен для молодежи. Он развивается, здесь есть где найти работу и построить дом. Еще один плюс – областной центр, совсем близко. Да, жили мы здесь всегда, с самого рождения. Учились в Новотальской школе, здесь же учились в училище. И здесь же работаем, в самих Новотальцах, да, и здесь же и поженились, и здесь же и ребенка родили. То есть мы здесь с самого начала. Гостям своего праздника Ивановский район в этом году был особенно щедр. Десятки человек смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Билеты раздавали в течение года жителям района бесплатно за участие в мероприятиях, посвященных юбилею. Более 40 предприятий Ивановского муниципального района сформировали призовой фонд акции. Это и суперпризы, достаточно ценные, начиная от мангалов, которые нам сварил «Дипос», Верхневолжский сервисный металлоцентр, кончая сертификатами наших работающих на территории пилорам, пейнтбольных клубов и так далее. Розу прекрасную посажу в саду. Очень хороший подарок, спасибо. Выступления на сцене продолжались до глубокого вечера. Работали фотозоны, творческие спортивные площадки, мастер-классы. Впервые прошел фестиваль деревенской кухни. Занятия по душе и по вкусу мог найти каждый. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.